Дивы мои дивные, юноши мои прекрасные, но вот это вечная дилемма, сокровище, брать или не брать. Цену видим? А, взяла. Давайте смотреть. Так, что мы имеем? Кольцо кастетное. Угу, так. Ой, это что такое вообще? Да, да, это, конечно, сокровище. А, так, кольцо кастетное следующее. У Энелизы, ну вот так. Хорошо, так, это что у нас за роза? Эмблема печали. Так, ого. Видимо, моя стезя это кольца кастетные. Как низко нужно было пасть. Так, это у нас что такое? Не представляет, ой, не представляет особого интереса. Куда надеваем? Сюда, хорошо. О, посмотрите, какая прелесть. Упала. Сейчас. Что вы думаете, это можно носить? А? Так, хорошо. Ой, ну это, конечно, произведение высокого искусства. Это еще более высокого искусства. Ну, так это будут массажные кольца. Ой, ну что сказать, это у нас хайлайт или что? Так, хорошо. А вот это, вот ради чего все это на самом деле и затевалось, да? Ну что скажете, рубин 1, рубин 2 и 4 клипсы к ним. И причем очень такое винтажное это дельце. Как это, для себя и для подруги. Ну вот, как-то так.